Прокатные самокаты в Нижнем Новгороде будут ограничены в скорости. Максимум 25 км в час, а там, где много пешеходов, вообще не более 15 км в час. Соглашение об этом подписал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шлабаев и руководители компании операторов проката самокатов. Внесены ограничения, то есть с опытом мы находим какие-то слабые места и, соответственно, их указываем, что где-то снизить скорость, где-то там добавить парковки. Вот, соответственно, в этом соглашении мы учли все вопросы и подписываем его. Это достаточно прогрессивный город, наряду, допустим, с Москвой, с Санкт-Петербургом, с Красноярском. Мы идем в ногу со временем и подписываем соглашение. Причем подписываем его достаточно так, ну, скажем, максимально лояльно, соблюдая интересы города в целом, горожан, туристов, бизнеса. У нас были соглашения, которые вносят определенные обязательства с каждой из сторон. Да, это касалось размещения виртуальных парковок и скоростного режима. Все заинтересованы в том, чтобы вот этот вот вид, скажем так, транспорта, экологически чистый транспорт последней мили, очень пользующийся популярностью у молодежи. Там у нас в прошлом году 2 миллиона поездок на электросамокатах были. Действительно, запрос на него есть. Но чтобы он был безопасным и удобным для всех, как для участников, тех, кто берет в аренду эти самокаты, так и для пешеходов.